Вот и наступил замечательный день, день рождения Алены Косторной. Алена очень талантливая, главное, амбициозная спортсменка. Да, в спортивной карьере Косторная успела набить шишек, когда устроила концерт с переходом от Этери к Плющенко и громкое возвращение обратно. Улыбашки счастья при Плющенко вызывали больше неестественную гримасу и не наполняли Алену как сильную спортсменку смыслом. А то, что произошло в Кике, где она искренне разрыдалась, это запомнится зрителям надолго. Момент без исходности, крик души. Теперь всеми любимая чемпионка Европы вернулась к сильному тренеру и бьется за титул быть сильной фигуристкой в олимпийский сезон. У Алены уже есть вкус победы. Так вот, хочется пожелать в день рождения повторить этот успех 2019 года. Идти вперед, показывать новые возможности, новую Алену. Желаю крепкого здоровья в олимпийский сезон, гладкого льда и здравого смысла. И вторая очень интересная новость – это Алина Загитова. Да, наша любимая Алиночка всех порадовала своими выходными, показав себя в шикарном купальнике синего цвета. Шикарно, сказать больше нечего. Но многие хейтеры ополчились и начали обсуждать купальник типа бабушкинского стиля. Привет из 60-х годов и отсутствие талии у Алины Загитовой. И полились дебаты, где начали сравнивать Алину и Женю Медведеву, которые тоже, кстати, недолго думая, выложила свои фото в Инстаграме вслед за Загитовой Алиной. Видимо, дух соперничества между Женей и Алиной не угас, и они следят друг за другом и дают повод для стычек фанатов на просторах в интернете. Но, по крайней мере, Женя Медведева за Алиной Загитовой точно следит.